ते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня мы будем читать стих из Бхагавад-гиты, 15 глава. Она называется «Пурушоттама йога», «Йога Верховной Личности», текст 15. Можем показать? Берите тогда ее, читаем. Simply you. Recite you, please. Sarvasya chaham hridi sannivishto. Sarvasya chaham hridi sannivishto. Matah smritir gyanam apohanam cha. Vidaischa sarvaraham eva vidyo. Vedanta krit veda viteva chaham. Sarvasya chaham hridi sannivishto. Sarvasya chaham hridi sannivishto. Matah smritir gyanam apohanam cha. Vedaischa sarvaraham eva vidyo. Vedanta krit veda viteva chaham. Sarvasya chaham hridi sannivishto. Sarvasya chaham hridi sannivishto. Matah smritir gyanam apohanam cha. Matah smritir gyanam apohanam cha. Vedaischa sarvaraham eva vidyo. Vedaischa sarvaraham eva vidyo. Еще лучше, наоборот, вот, вот сюда. Вот так. Перевернуться, чтобы так. Word by word translation. Сарвасья. Сарвасья. Каждого живого существа. Ча. Ча. Также. Агам. Я. Хриди. В сердце. Санивиштах, вошедший, матах, от меня, смритих, память, гьянам, знание, апоханам, забвение, ча, и, ведайх, ведами, ча, также, сарвайх, всеми. Ахам. Я. Эва. Безусловно. Ведьях. То, что следует познать. Ведантакрит. Составитель веданты. Ведавит. Знаток вед. Эва. Безусловно. Ча. И. Ахам. Я. Перевод. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель изучения всех вед — постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток всех вед. Комментарий.
Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, и именно Он побуждает каждого к деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что уже делало в прошлом. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой. Господь дает ему необходимое для этого знание и память и позволяет забыть прошлую жизнь. Таким образом, Господь является не только вездесущим, Он также Сам находится в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как безличному Брахману, Верховной Личности Бога и Параматме в сердце каждого, но и в образе Вед. Веды дают людям наставления, помогая им правильно построить свою жизнь и вернуться домой к Богу. Веды дают нам знания Верховной Личности Бога, Кришне, и Сам Кришна, воплотившийся в образе Вьясадевы, является составителем Веданта-сутры. Прокомментировав Веданта-сутру Шримад-Бхагаватам, Вьясадева раскрыл ее истинный смысл. Верховный Господь настолько всеобъемлющ, что ради освобождения обусловленных душ Он обеспечивает их пищей и Сам же переваривает ее, наблюдает за их деятельностью, дает им знания в форме вед, а также приходит как Верховная Личность Бога, Кришна, чтобы поведать Бхагавад-гиту. Все это делает Господа Всеблагим и Всемилостивым, поэтому все обусловленные души должны поклоняться Ему. Антах Правиштах Шаста Гьянам. Оставляя прежнее тело, живое существо сразу же забывает о прошлом и начинает действовать снова, побуждаемое Верховным Господом. Хотя само живое существо ничего не помнит о своей прошлой жизни, Господь дает ему разум, необходимым для того, чтобы оно могло возобновить свою деятельность с того момента, где она была прервана в прошлом. Более того, ведомое Верховным Господом, находящимся в его сердце, живое существо не только наслаждается или страдает в материальном мире, но и получает возможность постичь веды, которые дает Сам Господь. Того, кто действительно стремится овладеть знанием вед, Кришна наделяет необходимым для этого разумом. Почему Он дает живым существам ведическое знание? Потому что каждому живому существу нужно постичь Кришну. Это подтверждают сами веды. «Йосау сарвайр видайр гияте» — все ведические писания, начиная с четырех вед и кончая Веданта-сутрой, Упанишадами и Пуранами, прославляют величие Верховного Господа. Исполняя ведические обряды, обсуждая философию вед и поклоняясь Господу в процессе преданного служения, душа сможет вернуться к Нему. Таким образом, цель вед — постичь Кришну. Веды дают нам указания, следуя которым мы сможем понять Кришну и увидеть путь, ведущий к Нему. Конечной целью является постижение Верховной Личности Бога. Веданта-сутра подтверждает это в следующем афоризме «Таттту саман ваят». На пути к совершенству человек проходит три этапа. Изучая веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Занимаясь различными видами духовной практики, он приближается к Господу. И в конце концов он достигает высшей цели – Верховной Личности Бога. И в этом стихе ясно определены предназначение вед, метод постижения ведического знания и конечная цель вед. Радасья джана шалакая чакшурун миритам йена тасмай шри гураве намахам шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале нападантикам Шрикам Шри Гуру, Шри Юта Пада Камалан, Шри Гурун Вайшнавамшча, Шри Рупам Саграджатам, Сагана Рагунатхам Витам Там Садживам, Садвайтам Савадутам, Приджана Сахитам, Кришна Чайтанья Девам, Шри Рада Кришна Падам, Сагана Лалита, Шри Вишакан Витамшча,
Хе Кришна Каруна Синдху Дина Бандху Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Мукта Канчана Гауранге Радхе Вриндаванишваре Шабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Чакалпатарубьяща Крипа Синду Бьевашча Вацитанам Паванипьо Вайшнавипьо Намо Намаха Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Хе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Chapter 15, Yoga of the Supreme Person. Lord Krishna is describing in this section of verses how human Итак, это 15 глава называется Пурушоттама йога, йога Верховной Личности. В этих стихах Кришна описывает, как Он поддерживает все живые существа. В предыдущих стихах говорилось о том, Кришна говорил, что Он является, наполняет соками различные овощи и фрукты. Также Кришна говорил, что Он поддерживает огонь пищеварения каждого живого существа. So here in the verse today, Lord Krishna is describing how He gives knowledge, intelligence and forgetfulness. И в этом сегодняшнем стихе Кришна говорит о том, как Он дарует живому существу знание, память и забвение. Шрила Прабхупада gives the example of how when a young puppy dog is born, they will immediately go to the nipples of the mother dog to drink the milk. Шрила Прабхупада приводит такой пример, что новорожденный детеныш собаки, сразу же родившись, идет к матери для того, чтобы напиться молока из ее сосков. That intelligence to go to find the milk from the mother, that is given by the grace of Krishna. И этот разум, который позволяет этому новорожденному детенышу найти мать и получить молоко, этот разум даруется ему Кришной. Krishna in the heart of every living entity gives that knowledge. Кришна, находясь в сердце каждого живого существа, дарует ему это знание. Scientists also describe how sometimes they're seeking the solution to some scientific problem. When suddenly, without even consciously thinking about it, the solution to the problem will come in their mind. Как это иногда бывает в мире науки, когда ученые сосредоточенно думают над какой-то научной проблемой, пытаясь найти решение, и вдруг внезапно в результате их размышлений к ним приходит понимание. This is what we would describe as being intuition. Это то, что мы с вами называем интуицией. И интуиция — это не что иное, как знание, которое Господь дарует нам, находясь в нашем сердце. When Prabhupada was lecturing on this verse in New Mayapur in France, a devotee asked Prabhupada that why is it sometimes when we are chanting Hare Krishna we remember some of the sinful activities which we were doing
in our past before being devotees, or maybe even in a past life? Can we remember? Can we remember? Yeah, why is it that remembrance comes? Однажды Прабхупада, когда он давал лекцию по этому самому стиху, находясь во Франции, в Нью-Майпуре, в общине в этой, и преданный задал ему вопрос, что если во время повторения святого имени Махамантры вдруг в уме внезапно, случайно всплывают воспоминания каких-то прошлых греховных поступков? Now I can see most of you came to Krishna consciousness not by birth, but you came after some years in the material world. А многие преданные приходят в сознание Кришны, уже проведя какое-то время, сколько-то лет в обычной материальной жизни, как бы они приходят не родившись в сознание Кришны. So before becoming devotees, we have the experience of, you know, engaging in bad habits, sinful activities. И до того, как мы познакомились с сознанием Кришны, у нас, возможно, были какие-то дурные привычки или греховные наклонности. Итак, может быть, что преданные, повторяя святое имя, в это время в его уме могут всплыть какие-то воспоминания самскары из прошлого, каких-то дурных поступков. So a devotee asked Prabhupada, why is it that Krishna allows us to remember these things? И преданный спросил Прабхупаду, почему же Кришна позволяет помнить это, сохраняет эту память? Srila Prabhupada explained to the devotees that Krishna wants you to know that in the past you were engaging in these sinful, terrible activities. He wants you to know that in the past you were doing these things, and now he has taken you out away from these things. И Кришна сохраняет эту память для того, чтобы, вспоминая об этих вещах, преданные могли понять, сравнить и оценить, насколько ужасными, дурными эти были вещи, и увидеть, в каком выгодном положении вы находитесь сейчас. So sometimes Krishna allows us, he makes us. Krishna forces us to remember these past activities. И иногда Кришна подталкивает или пробуждает эту память внутри нас о каком-то нашем прошлом. And Srila Prabhupada explained that this is Krishna's way of letting us know that if we give up Krishna consciousness, we will go back to these nasty, sinful activities. И для Кришны это хороший способ, показывая нам наше отдаленное прошлое, показать нам, что может с нами случиться, если мы лишимся сознания Кришны. So Krishna acts in the heart, giving us this intelligence to understand that we have a better life in Krishna consciousness. Итак, Кришна дарует нам знания, а также разум, который мы могли бы использовать для того, чтобы наша жизнь в сознании Кришны состоялась. Srila Prabhupada, in his final days in Vrindavan, was talking to devotees and he was saying, he was reflecting on his life and he was saying that if I have done anything, I have given a better life to so many people. If I have achieved anything uh-huh. in my life, I have given a better life to the devotees. Шрила Прабхупада в одни из своих последних дней, находясь во Вриндаване, вспоминал о всей своей жизни, и он сказал такую фразу: «Если я и сделал что-то хорошего в своей жизни, так это дал другим людям хорошую жизнь». But Krishna is a super soul in the heart. He also allows us to forget. Также Кришна, находясь в нашем сердце, как сверхдуша, позволяет нам забывать что-то. Just like we don't remember our previous lives. К примеру, мы с вами не помним наших прошлых жизней. Sometimes people wonder, why don't we remember our previous lives? Некоторые люди задаются вопросом, но почему же так происходит, что мы не помним их? Why does Krishna make us forget our previous lives?
Почему Кришна устраивает так, что мы забываем о прошлых жизнях? One reason is it allows us to enjoy this life more when we forget the previous life. И одно из объяснений состоит в том, что Кришна таким образом, забирая память о прошлых жизнях, позволяет нам больше наслаждаться или испытывать счастье в этой жизни. We all have that desire to want to enjoy this world. We want? We want to enjoy. У нас есть желание наслаждаться в этом мире. Krishna is the supreme enjoyer. Но Кришна — верховный наслаждающийся. And we like to compete with Krishna. We also like to enjoy. И поскольку у нас есть желание соперничать в этом смысле с Кришной, то у нас есть тоже желание наслаждаться теперь. In order to allow us to enjoy more this material world, Krishna takes away our memory of the past. Поэтому для того, чтобы живое существо могло вот так бездумно наслаждаться в этом мире, Кришна забирает у него память. Prabhupada gives an example. He said, just like if you're acting in a drama. Шрила Прабхупада приводит пример, что если вы участвуете в каком-то спектакле, now, you may be acting in the drama, and in the drama, one person is your enemy. But actually, this person may be your good friend. И, к примеру, так вышло, что в этом спектакле ваш напарник играет роль вашего врага, хотя в действительности в жизни, возможно, он является вашим лучшим другом. Now, when you act in the drama, you have to develop great anger and really bitter feelings towards this person who is actually your friend. И когда вы исполняете вашу роль в этом театре постановки, то вы должны проявлять злобу к нему, гнев, вы должны сражаться с ним, хотя в действительности он является вашим другом. You have to forget the relationship. Поэтому здесь вы на какое-то время должны забыть о ваших отношениях с ним. And the more you can become absorbed in the part, in the drama, then the better you will act. И чем больше вы сможете влиться в эту роль, тем лучше вы ее сыграете. Но если вы будете думать, ну он же мой друг на самом деле, я должен хорошо к нему относиться, у вас ничего не получится в театре. So in order that we can enjoy this material world, Krishna takes away the past memories. Поэтому точно так же для того, чтобы мы могли здесь бездумно наслаждаться в этом мире, Кришна лишает нас памяти о прошлом. If we had to remember that in the past we were pigs and we were taken to the butcher shop and cut to pieces, it would be terrible, it would be horrifying. Если, к примеру, Махарадж, may you repeat once again? If we had to remember that yes. In the past we were some animal like a pig, and we were taken by a butcher and cut to pieces. К примеру, если кому-то придет такое воспоминание его прошлого, что в прошлом он был животным, каким-то поросенком, которого вдруг на скотобойне забрали эти мясники, да, и, так сказать, покончили с ним, разделали его на кусочки, что тогда будет? The memories of such experiences would be so painful, we would not be able to live. И если вдруг так подобная память, она пробудится, она будет, это будет очень болезненным опытом, и как же мы сможем действовать сейчас? So Krishna arranges for everyone, according to their qualification, to remember or to forget, or he gives knowledge. Поэтому Кришна в связи с квалификацией каждого живого существа дарует ему необходимую долю памяти или забвения. When we die, we give up one body, and then we take birth again in a new body. And with the new body, we forget everything from the past. Когда это тело умирает и мы воплощаемся в новом теле, то память прошлого она уходит. But Krishna, as the super soul, he doesn't forget. He remembers.
Однако Кришна, будучи сверхдушой, он помнит обо всем этом случившемся прошлом. И находясь с нами, он напоминает нам о наших же собственных прошлых желаниях из предыдущей жизни. Так, чтобы мы могли продолжать идти по пути исполнения наших желаний. Then Krishna also comes in another form. He says, "By all the Vedas, I am to be known. I am the author and I am the compiler of the Vedas." Также Кришна говорит еще об одной форме, как он проявляется здесь. Он говорит, что я являюсь истинным составителем Веданты и знатоком всех Вед. So Krishna creates the material world. And he provides everything for our maintenance. Итак, Кришна создает этот мир и вместе с этим обеспечивает всех живых существ всем необходимым. He's keeping all the planets in orbit. Он поддерживает движение планет по своим орбитам. Everything is moving under his control. Все движется под его надзором. And he provides also the Vedas for us. И также Он дарует Веды для нас. Just like, you know, you purchase one of these cameras, then along with this camera will come the instruction manual. Как, к примеру, кто-то из вас может приобрести камеру, как вот эту, и вместе с камерой идет какая-то инструкция. In the same way, with the material world, there is, Krishna provides the Vedas to teach us how to live in this world and how to make proper use of this world. Также вместе с появлением этого мира Кришна создает ведическое знание, которое служит теперь руководством для всех живых существ. Krishna says, by all the Vedas I am to be known. The purpose of the Vedas ultimately is to know Krishna. Итак, Кришна говорит, что цель изучения всех Вед есть постичь меня. And Krishna comes himself in the form of Śrīla Vyāsadeva as the author of the Vedas, the compiler of the Vedas. И Кришна приходит в этот мир как Śrīla Vyāsadeva для того, чтобы составить их. So in this way, Krishna is the maintainer of the material world, and he's providing everything for his parshipārshals who are living here in this world. Итак, мы видим, что Кришна является тем, кто поддерживает весь этот материальный мир и каждое живое существо, являющееся неотъемлемой частицей его. The Vedic literatures are there to guide us out of the material world. Итак, ведические писания говорят, учат нас, как правильно действовать в этом мире. But the Vedic literature also describes how we can enjoy in this. И также ведические писания описывают, как следует правильно наслаждаться в этом мире. Итак, большая часть вед, именуемая кармаканда, описывает именно это, как наслаждаться плодами своей деятельности надлежащим образом. It is not wrong, but it is karma. It means you get results which you can enjoy. Итак, следование действия в соответствии с предписаниями Вед именуется кармой. Человек обретает плод. And now there are some people who are teaching the Vedas, and they're encouraging people to do Vedic sacrifices. You can enjoy this world. You can be elevated to the higher planets. Люди с подобным настроением, обучая ведическому знанию, вовлекают других в совершение различных жертвоприношений, которые могут даровать людям все необходимые блага для их жизни и наслаждения. Why should you just simply drink alcohol as it's served here in this world? Better to go to the heavenly planets and drink soma ras. К примеру, такие люди утверждают, зачем же принимать алкоголь, этот дурной напиток, лучше отправиться на райские планеты и наслаждаться там соком раса. You
want to enjoy, there's much more enjoyment in the heavenly planets. Итак, если же вы хотите наслаждаться, то на райских планетах этого наслаждения гораздо больше. So the Vedas got direct people what you need to do to go to the higher planets. Таким образом, Веды направляют людей, как необходимо правильным образом действовать, и они направляют их на высшие планеты. But all of this is to be, it's described to be like the flowery portions of the Vedas. Flowery? Yeah, they're like flowers. All of this knowledge is just like some flower. Этот раздел Вед и подобное знание сравнивается с цветком, с цветами. Because they're offering things which are limited and temporary. Это знание, которое направлено на то, что является временным и ограниченным. You can go to the higher planets, you can have sense gratification, but how long can you stay there? You cannot stay there forever. К примеру, можно отправиться на высшие планеты, наслаждаться там райской жизнью, но как долго все это может продолжаться там? So the Vedas lead people to enjoy sense gratification in a religious manner. Итак, Веды направляют людей на путь правильного, негреховного удовлетворения своих чувств, обретения наслаждений. Most people want sense gratification in an irreligious way. Но некоторые же люди желают достичь или обрести свое наслаждение неправедным, нечестным путем. But if you follow the Vedas, then you get sense gratification in the more refined, cultured manner, according to the Vedic scripture. Однако, если человек примет ведическое знание, то он сможет реализовать или получить чувственное наслаждение правильным образом, чистым, культурным. But then the intelligent person will begin to understand that I'm going to the heavenly planets, but I cannot stay there. I will have to come back again. Итак, как будет рассуждать разумный человек? Он подумает, райские планеты, хорошо, я смогу отправиться туда, но через какое-то время мне же придется вернуться. And then one will inquire, what do I need to do to go beyond the heavenly planets, to get free from birth and death, to get eternal enjoyment, eternal sense gratification? И подобный разумный человек, он задумается дальше. Он скажет, а могу ли я сделать что-то, чтобы я смог вырваться за пределы этого рождения и смерти, этих временных наслаждений и удовольствий? And then one may be directed to the path of bhakti. И такой человек может встать прямым образом на путь бхакти. However, as Lord Brahma describes in his prayers, the Brahma Samhita, he says, Vedeshu Durlabham, that it's very difficult to know Krishna from the Vedas. Господь Брахма в своих молитвах, в Брахма-самхите, описывает «Видешу дурлабха», что означает, что Кришну чрезвычайно сложно отыскать в Ведах. «А дурлабам атмабхакту». But you can know Krishna easily through the devotee. И дальше он продолжает, «Однако вы можете с легкостью найти или обрести Кришну через его преданных». Therefore, Srila Vyasadeva not only compiled the Vedas, but he also compiled the Puranic literature. And then the cream of the Puranas is the Srimad Bhagavatam. Так Шрила Вьясадева не только составил эти Веды, но также он составил Шримад Бхагаватам, на страницах которого мы можем найти прямым образом Кришну. And in the Srimad Bhagavatam, which is the cream of all the Vedas, it's a natural commentary on Vedanta Sutra. Итак, Шримад Бхагаватам, который является сливками, квинтэссенцией всех Вед, является комментарием к Веданта Сутре. And from Srimad Bhagavatam, we get what is actually devotion, who is the Supreme Personality of Godhead, and how we can cultivate our relationship with Him. И именно из этого писания Шримад Бхагаватам мы можем узнать, что является истинной преданностью или любовью к Богу, в чем состоит наше отношение с Ним и, собственно говоря, как обрести связь с Господом. So this verse is a prelude to the Trisloki Gita. Lord Krishna will then go on to speak Sambandha, Abhidaya, Prayojana. Итак, этот стих является таким вот введением к три шлоки Бхагавад-гиты, в которой он будет описывать Самбандха, Абхидея и Прайоджану. Lord Krishna will describe to us what is the real purpose behind the Vedas.
И так Кришна будет объяснять или открывать нам, что является настоящей целью, стоящей за пределами этих четырех вед. Okay, so we'll answer, is there any question? А есть ли какие-то у вас вопросы по сегодняшнему стиху? Пожалуйста. Микрофон есть еще один? Сейчас вам дадут микрофон. Прочитание. Ну, дайте мой, потом принесете мне. Громче, громче говорите. У меня есть один вопрос по поводу страданий в этом мире. То есть мы знаем о том, что есть страдания, когда поступают до трех источников. Однако я замечаю по себе, когда я начинаю свою деятельность, в том числе приносящую мне какие-то страдания, отвечать Господу и действовать в этой деятельности во имя Его и во благо, то тогда я чувствую счастье. Вот, в связи с этим у меня вопрос. Возможно ли, если мы всегда действуем во имя Кришны, возможно ли достижение полного счастья уже в этом мире? То есть верно ли тогда утверждение, что если мы действуем всегда и всюду во имя Кришны, что тогда эти три вида страданий не влияют на нас? Окей. Да, дайте этот микрофон и этот, потому что это тихий. So she is asking about such topic as our struggles in this world. We have three kind of struggles: adhibautika, adhidaivika, and adhyatmika in our life. And if I practice Krishna consciousness, does it mean that I am get free in my life from all these struggles or not? Is it possible? If you practice Krishna consciousness, it does not mean there will be no more suffering. But if you practice Krishna consciousness, you will learn how to tolerate the suffering without being disturbed. Если мы практикуем сознание Кришны, то это не означает, что мы не будем испытывать никаких страданий. Практика сознания Кришны дарует нам способность терпеть или переносить эти страдания. Just like as devotees, we have a material body. So we are also subject to old age and disease and death. But these are not a problem for devotees. К примеру, мы как преданные можем иметь то, что мы можем стареть, у нас могут быть болезни и прочие трудности, связанные с этим физическим телом. И обычных людей старость, болезни, смерть, подобные вещи могут чрезвычайно сильно разочаровывать или приносить большие страдания, однако преданные относятся к этому по-другому. Devotees will see the difficulties in life as an opportunity to increase more their attention on Lord Krishna and the activities of devotional service. Преданные воспринимают эти трудности или перипетии мирской жизни как возможность еще больше сосредоточиться или предаться Кришне. The suffering of a devotee is not like the suffering of an ordinary materialistic person. Поэтому страдания, которые испытывает преданные, невозможно сравнить с страданием, которое испытывает обычный мирской человек. Ordinary people suffer under the laws of karma. Due to their past sinful activities. Обычный человек страдает вследствие прошлых греховных поступков или кармы, которые приходят теперь к нему. Devotees are engaged. Devotees have taken up the process of devotional service. They've nullified the effects of their past karma. Однако преданные, которые вовлечены в процесс преданного служения, они фактически избавляются или сжигают свою прошлую карму. But still, the difficulties, the suffering of life is still there, and these are seen
as being sent by Lord Krishna. Однако трудности или страдания все равно остаются этой жизни, но преданный воспринимает это as a karma of Krishna, as a will of Krishna. Yeah, the will of Krishna. Он воспринимает это как волю Кришны. Krishna arranges the suffering of a devotee to increase their attention, their absorption in him. Поэтому преданный размышляет так, что Кришна посылает мне эти какие-то испытания для того, чтобы я смог углубить свою преданность. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna also describes how we have to tolerate happiness and distress, just like we tolerate the winter and the summer. Кришна в Бхагавад-гите вначале говорит о том, как нам следует терпеть эти радости и невзгоды, точно так же, как наступление лета или зимы. We have to understand our identity as a spiritual being, different from the material body. Для этого необходимо понимать свое отличие от этого тела. Suffering is in the body and mind. The soul is not suffering. Итак, страдание рождается в теле и в уме. Оно не относится к душе. Devotional service begins when we come to the platform of Brahma Buddha, realizing that we're not the body, that we're Brahman, parts of spirit. Итак, преданное служение начинается с такого уровня, как Брахма Будда, когда мы понимаем, что мы отличны от этого тела и ума, являемся духовной душой. Krishna says in 18th chapter of Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasanatma, that one who knows they're not the body, that we're actually Brahman, if you've actually understood this, then you will be joyful, you will be Prasanatma, you will be a happy person. Итак, Кришна говорит в этом стихе из 18 главы Бхагавад Гиты, Брахма Будда Прасанатма, что тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает верховный брахман и исполняется радости, прасанатма. One time a devotee came, he said, Prabhupada, there's this picture of you, you look very sad. You don't look like you're on the platform, on the spiritual platform. You look like you're very sad. You look like you're worried about something. Однажды ученики подошли к Прабхупаде и сказали, Прабхупада, мы нашли одно изображение, где вы выглядите очень расстроенным, таким вот подавленным, как бы не находящимся в таком духовном состоянии ума. Прабхупада сказал, это был момент экстаза. So, don't judge devotees by material vision. Поэтому не следует оценивать преданных с материальной позиции. Yeah, if you're chanting Hare Krishna, you will transcend all the pains of life. Поэтому, если вы будете повторять внимательно Хари Кришна мантру, вы преодолеете все боли и страдания этого мира. The pains will still be there, but you should not be affected. А это боли и страдания, они будут как таковые, но они не будут так влиять на вас. We understand, oh, this is just Krishna's way of testing my devotion. И вы будете рассуждать так, ну вот Кришна решил устроить для меня это испытание, чтобы проверить мою преданность. Поэтому я должен быть более сосредоточен. Я ответил на ваш вопрос? Кто-то еще? Next time when you have some difficulties, when you have some troubles, you just have to chant loud. Поэтому в следующий раз, если вы вдруг почувствуете, что какая-то боль или страдание, они налягут на вас, то просто громко повторяйте свое имя. Совершайте больше служения. Поэтому, когда к нам приходят испытания, трудности, следует погрузиться в наше служение. И вы тотчас же забудете обо всем этом. So his question is related with 11th offense of the holy name to keep material desires, yeah, and he also to keep material desires 11th to keep
tense. Yeah, to keep material attachments. And he gives a story about Dhruva Maharaj. From one side, Dhruva Maharaj had material desire, but as a result, he was get freed from it. How these two statements fit together. Yes. So Dhruva Maharaj is an example of a Sakama Bhakta. Итак, Друва Махарадж является примером Сакама Бхакти. И в Бхагавад-гите Кришна описывает четыре вида людей, которые обращаются к нему. Тот, кто находится в момент испытаний или страданий, как Гаджендра, слон, и тот, кто переполнен материальными желаниями, как Друва Махарадж. Но эти люди обращаются к сознанию Кришны, чтобы разрешить эти проблемы. Итак, они движимы не чистой преданностью, а каким-то материальным желанием. Но благодаря их сильной, неотвержимой веры в Господа, что только Господь может удовлетворить их желания. Итак, они обращаются именно к Господу, они не ищут каких-то других решений этих проблем или желаний. But his mother had told him, you should find the Lord, you should go to the Supreme Lord and ask him to help you. He's the only one who could help you. Мать дала наставление Друви Махараджу, что ты должен найти Господа, только Он сможет помочь тебе исполнить твое желание. So when his mother told him that, he took that instruction seriously. И когда он получил от этой матери это наставление, он принял его всерьез. He could have just said to his mother, "Oh, you stupid woman! Why don't you tell me something practical?" Он не стал говорить на этот счет, мать, ты глупая женщина, лучше сказала бы мне что-то более практичное. But he had that faith. But yes, I should find God. I should find the Supreme Lord. Но мы видим, что у него возникла эта вера. Да, я должен найти Господа. Да, именно Он сможет исполнить мое желание. And then, of course, he went into the forest and he met Narada Muni. And then again, Narada Muni tested him. И мы знаем, что он отправился таки в лес, он встретил там Нарада Муни, Нарада Муни испытывал его. Oh, you're just a young boy. Come back when you're big. I'll help you when you grow up. Нарада Муни говорил ему, ты лишь маленький мальчик, лучше отправляйся домой, что тебе здесь делать? You're too small, there's so many dangerous animals here, they will eat you up. Я повстречаюсь с тобой, когда ты вырастешь, подрастешь, здесь множество животных, они тебя могут просто съесть. But he was very fixed, he was very, he's Dhruva, Dhruva means determination, so he was very strong in his determination. Итак, он был очень тверд в своей решимости, именно так переводится слово «друва», решительность, твердость. Итак, этот стих из Бхагавад-гиты говорит о том, что тот, кто следует этим путем, обладает твердым разумом. Итак, у Друвы была именно эта квалификация. So initially he had material desire. Итак, вначале у него было материальное желание. But he took the instructions of Narada Muni and he followed them very carefully. And in 6 months the Lord appeared to him. И также Друва принял наставление Нарады Муни очень искренне, и через 6 месяцев он увидел Господа. И когда же Господь наконец предстал перед ним, то Друва почувствовал, что от него ушли все материальные желания, я больше ничего не хочу. Now I am fully satisfied. Now I have everything because he had seen the Lord.
В этот момент Друва Махарадж провозгласил, что сейчас я полностью удовлетворен и не хочу больше ничего, потому что я вижу тебя самого, о мой Господь. And the same thing happened with Gajendra. That Gajendra was also Sakama devotee. He was in distress and he was calling to the Lord to help. То же самое примерно произошло со слоном Гаджендра, который находился в затруднительной ситуации, при этом взывал к самому Господу. But when the Lord came, he forgot his distress and he took the lotus flower and he offered the lotus to the Lord. И когда же Господь появился перед ним, то он позабыл обо всех своих страданиях. Увидев его, он предложил ему цветок, протянув его своим хоботом. И тогда Гаджендра стал молиться: «Пожалуйста, освободи меня от этого тела слона, позволь мне выйти из него». Gajendra said, «Why did you kill that crocodile? It would have been better you killed me». И он даже стал причитать, что «Зачем ты убил этого крокодила? Лучше бы ты убил меня». И получается, что ты ему дал освобождение, я по-прежнему остаюсь в этом теле. Он начал скорбеть на этот счет. Это когда человек достигает ступени чистой преданности, он чувствует, что освобождается от всех материальных желаний. So we see in the example of Dhruva, because he got instruction from Narada Muni, Narada Muni's instructions were given in such a way that Dhruva would become purified of his material attachments. Итак, Друва Махарадж обрел это состояние, этого уровня, благодаря наставлениям Нарада Муни, и Нарада Муни дал ему наставление таким образом, чтобы он смог обрести чистую преданность, очиститься. Narada Muni is not just telling him how he's going to get wealth, how he's going to get the kingdom. He's telling him how he's going to get real devotion. Итак, Нарада Муни стал его учить тому, как преуспеть в этом мире, как завоевать это царство. Он, напротив, научил его, как стать настоящим подлинным преданным. By the mercy of the spiritual master, you get the mercy of Krishna. Итак, благодаря милости духовного учителя мы обретаем милость самого Кришны. If you have a spiritual master like Narada Muni, he's not just going to give you some wealth or some kingdom. He will give you the real thing. Итак, если перед вами вы встретите духовного учителя, то он, подобно Нарада Муни, не будет учить вас тому, как преуспеть в этом мире. Он подарит вам нечто на самом деле ценное. Хари Кришна Махарадж, скажите, пожалуйста, вы говорили о забвении. Забвение, которое дает Кришна нам, это желание, исходя из желаний живого существа, основываясь на свободе выбора его. Но желание это, то есть забвение, это может быть шансом, чтобы прийти обратно к Богу. Или если бы забвение не было, допустим, живое существо помнило бы свой опыт отрицательный, жизни, допустим, в том же, допустим, теле животного, то оно бы уже не поступало так, и многие бы были бы, наверное, вегетарианцами. So his question touched this term apohanam. Apohanam. How it will be in English? Sorry. Apohanam. Yeah, apohanam. In English, Maharaj, this word, please remind me. Knowledge. Remembrance, forgivenesses. Yeah, he talked about forgivenesses. From one side, you said that Krishna, he take away our knowledge because he want to give us a chance to take a pleasure, sense gratification here. But maybe we could say another thing. If Krishna would keep some memory in our mind, it would help us. For example, last time, In past life, I was an animal, and I remember that. And now I am thinking about that. I will not be acting as I would acting if I wouldn't remember that. So, what do you think about this sight? Well, Krishna knows our desire. Итак, Кришне известно наше желание. And he facilitates. He acts according to our desire. И он действует в соответствии с нашими желаниями. Not
everyone wants to remember their past lives. Не обязательно помнить все свои прошлые жизни нам с вами. Most people are quite eager to try and enjoy this life. Многие люди очень жаждут обрести наслаждение в этой жизни. And that's why we have a lot of atheism in the world. Вот почему в наши дни мы имеем так множество атеизма. Because they want to enjoy as much as they can in this lifetime now. Люди хотят наслаждаться как можно больше уже в этой жизни, прямо сейчас. They don't like to hear that there was a previous life or there will be a future life. И они даже не хотят слушать о том, что у них были какие-то прошлые жизни или будут следующие. There was a philosopher even in long ago in ancient India. There was an atheistic philosopher named Chaivakamuni. His philosophy was beg, borrow or steal, but eat ghee. But what? Eat ghee. В древней Индии был такой философ, которого звали Чарвакамуни. И он говорил о трех вещах. Beg, проси, занимай, либо воруй, кради. Но ешь ги, масло. Потому что это самое лучшее масло из всех. So this is an atheistic opinion. The goal of life is to eat good. Итак, взгляд атеистов состоит в том, что наслаждайся, бери самое лучшее. И неважно, как вам достанется эта ваша пища, можете ли вы ее украсть, но в любом случае следует есть только лучшее ги. Если теперь это ги попадает в ваш живот, вы чувствуете себя очень комфортно. Теперь я счастлив. So this is material enjoyment. Итак, это материальное наслаждение выглядит таким образом. But if Krishna allows everyone to remember a little bit of their past life, they cannot enjoy it. Однако, если бы Кришна приоткрыл хотя бы немного живым существам их вот эти прошлые жизни, они бы не смогли таким образом наслаждаться. Но ваше утверждение имеет силу также. Здесь, в ведических писаниях Бхагавад-гите, приводится это, открывается, что есть прошлые жизни и прочее, но множество людей не хотят даже слышать об этом. Don't tell me this. Just let me eat nice ghee and be happy. Пожалуйста, не говорите мне обо всем этом. Просто позвольте мне кушать замечательные ги и быть счастлив этим. Вот еще вопрос. Все наши жизни вместе взятые — это сон Махавишну. Вот. И в аналогии с этим, что каждая наша жизнь — это наш сон, только каждая. И вот согласен ли Махарадж с этим утверждением? И если да, то вот есть ли какое-то объяснение, как Махавишна видит все жизни одновременно? Mm-hmm. Не согласен ли? И если да, то еще дальше. Спасибо. I heard such a conclusion that everything what is happened in the world, it's a dream of Mahavishnu, who is sleeping. Yeah. And according to this conclusion, I also heard that our life is also a dream. It's our dream, and all our lives are also our dream. Are you agree with this conclusion? Согласен ли Махарадж с этим утверждением? Считает ли он его верным? И что дальше? And if it's true, so how should we understand this conclusion in practical way? Yes, it's true. Да, это верно. Just like in this 15th chapter, at the beginning of the 15th chapter, Lord Krishna compares this material world to the mirage, to the reflection
of the real tree. В самом начале этой главы Кришна сравнивает этот мир с отражением или миражом дерева, стоящего на берегу реки. So, is this world just a reflection? It is described like this in the Bhagavad Gita, just being some reflection. It's not real. Итак, в Бхагавад-гите описывается, что мир не является реальным, является всего лишь отражением. But we also say that it actually is real, but it's temporary. Но также мы утверждаем, что мир реален, однако он носит временный характер. Buddhism would say nothing is real. К примеру, буддисты утверждают, ничто не является реальным. Они утверждают, что весь этот мир — это просто иллюзия, и мы вообще даже не существуем с вами. So Buddhism, their philosophy is ultimately everything is zero, void. Их философия состоит в том, что все есть пустота или ноль. Сунья-вади. Сунья-вади is described as сунья-вади, that ultimately everything is nothing. Nothing is real. Так это слово шуньявади означает, что нет ничего сущего или существующего, все есть пустота, иллюзия. But we say, no, it's real, but it's temporary. Однако мы утверждаем, этот мир реален, но временен. So some differences are there. Итак, в этом состоит отличие. But we do say, you know, that this world is also like a dream, that we're dreaming, and we have to wake up. Итак, возвращаясь к этому утверждению, что этот мир является нашим сном, если так, то мы должны проснуться. So, yes, our consciousness is asleep. Итак, наше сознание, оно дремлет. We're dreaming about what is our life. We're thinking, I am the body, this is a dream. И наше представление, что я являюсь этим телом и так далее, является ничем иным, как сном, грезами. Therefore, we have to wake up out of that dream. Поэтому мы должны пробудиться от этого сна. Бхактивинод Такур поет в этой песне «Джив Джага», «Просыпайтесь, спящие души». So just as we dream at night, we have the dream in the daytime. There's the night dream and the day dream. Итак, так же, как существует сон во время ночи, так же существует дневной сон. And the daydream is thinking, I am this body. И вот этот дневной сон есть не что иное, как представление, что я есть это тело. We're thinking, I belong to this country. И, например, мы думаем, что я являюсь частью этой страны. We're thinking, this is me. Это я. Это мы. We do not know actually who we are. Мы в действительности даже не понимаем, кто мы есть на самом деле. So this is a dream. Это, конечно же, сон. So Krishna consciousness is to bring our consciousness out of that sleeping condition. И сознание Кришны позволяет нам пробудиться, выйти из этого спящего сонного состояния. Just like when you're bitten by the snake, the bite of the snake has poisonous effect and puts people into sleep. А, к примеру, если змея кусает человека, то поскольку яд попадает в тело, то человек теряет сознание, как бы засыпает. But the mantra can overcome the effect of the poison. Однако мантра, произнесенная, может преодолеть этот эффект яда. We sometimes see in India, in Mayapur, children bitten by the poison snake, and we have to get the man who knows the mantra, and they come and chant the mantra, and the effect of the poison is taken away. Например, у нас в Майпуре происходили такие случаи, когда детей кусали змеи, и тогда старшие сразу же находили человека, который знал, какие следует произнести мантры, он произносил их, и этот яд сразу же нейтрализовался. So we are all bitten by the snake of Maya, and Maya has put us into this dreaming condition. Итак, мы все в той или иной степени укушены змеей Майи, которая нас поместило в это сонное состояние. And we're thinking, I am this body,